Так, продолжаем движение. Заключительная серия третьего дня. Ничего интересного. Осторожно, дети. Ограничение 80. Ничего интересного не будет, поэтому я эту серию, короткую серию, наверное, полностью посвящу ответам на те вопросы, комментарии, которые вы пишете к видео. Сразу хочу анонсировать. Не пропустите следующую серию. Там случилась со мной неприятность. ДТП. Вот эта поездка в который раз убедила меня в том, что передвигаться по России и снимать видео нужно только передвигаясь в одиночку, потому что подстраиваться, менять режим и ритм, это не годится. Так, с правой стороны Полина, поселок. А я отвечаю на вопросы. Логин Александр VII пишет: несколько лет назад из-за халатности работников РЖД недалеко от города Сим, а точнее на перегоне Симская Ярал, грузовой поезд, следуя на спуске, потерял управление тормозами. В итоге он догнал впереди идущий грузовик и сходу влетел в него. Локомотивная бригада поезда погибла. Да, очень, очень грустно, очень печально. Об этом, по-моему, даже и в средствах массовой информации были сообщения. Что-то такое вот припоминаю. Это в очередной раз говорит, насколько важно относиться к тормозной системе, особенно вот именно на перевалах, спуски, подъемы. Кстати, в Иркутской области, вот перевал от Иркутска до Улан-Удэ, там почти на каждом шагу вот эти знаки: осторожно, крутой спуск, проверьте тормоза. Так, Александр VII пишет: на той развязке, про которую вы говорили, даже указателя нет на Челябинск. Есть только на Самару. Ну, это какое-то видео было, я сейчас уже... Я в основном пользуюсь навигационными системами, но также и ориентируюсь по солнцу, что ли, если можно так сказать. Вот подъезжая к Уфе, например, я знал, что нужно уходить влево, на восток.
идти. Но вот развязку, конечно, ту развязку, на которую я уходил, пользуясь штатным навигатором, вот я ее или проехал, или не доехал, так и не понял до сих пор. Но вот отношение к этим приложениям навигационным у меня вызывает очень серьезная осторожность. Это что-то я говорю в кабине автомобиля. Так что вот ну как-то так, я даже не знаю, что и еще говорить на этот комментарий. Самара мне не нужна была там. Вот я ориентировался бы на что? На Омск, на Челябинск, на Курган, на эти города. Они как бы по пути. Так. Спутник 81. Так, сейчас закончится этот ролик пятиминутный. Так, путник 81 написал: многое зависит от настроек навигатора, и неважно, он отдельно или в смартфоне. Я как-то привык к одному и знаю уже все плюсы и минусы, но не всегда забив в него путь. Но всегда забив в него путь, проверяю построенный маршрут. Если надо часть маршрута изменить, добавляю точки на конкретной полосе развязки. Да и на знаки и указатели обращаю внимание. Навигатор... Господи, не вижу ничего. Навигатор в смартфоне подбирал долго, приглянулся один. Так и проехал с ним уже 60 тысяч километров. Но всегда перед дальними поездками рассматриваю маршрут на картах онлайн, запоминаю места съездов и повороты, а навигатор, приближение, как дополнение план трассы, показатели времени, расстояний. Я, по-моему, отвечал уже на этот вопрос, на этот комментарий. Если не секрет, прошу поделиться. Какая навигационная система у вас стоит? Какой навигационной системой пользуетесь? Так, логин Владимир Протопопов. Я так и не услышал обещанного ответа о практическом применении морзянки. Мне думается, что ее польза на уровне языка эсперанто, или, если хотите, тайнописи стольника Варятинского. С уважением. Так, у меня такое ощущение, что я уже отвечал на эти вопросы. Ну ладно. Сегодня 31 марта был открыт урок в одной из московских школ. Трансляция велась в интернет, но об этом я узнал уже когда поздно было.
Вот мне предоставили слово. Я, в частности, ну, не в основном был разговор о телеграфной азбуке. Значит, практическое применение. Ну, где практическое применение? В сеансах дальней связи на любительском диапазоне телеграфисты используют, радисты используют телеграфную связь. Также проводятся соревнования, чемпионаты по скоростному приему и передаче телеграфной азбуки. Так, вот сейчас привязка к видео. Значит, мы разъехались с ведущим, он уехал, двинулся в Челябинск, там по делам, ну а я по объездной. Дальше я уже ехать не хотел, по правде говоря, было намерение остановиться здесь, но планы поменялись. И договорились с ведущим встретиться на прямом участке от Челябинска в сторону Кургана. Мне было это очень неудобно, я этого не хотел, но был вынужден подчиниться. Так вот, кроме того, что телеграфная азбука используется как в спортивном сегменте, практическое применение где? Ну, может быть, стоит на кораблях дальнего плавания и передается сигнал тревоги в режиме телеграфии. Потому что вообще известно, что сигнал телеграфной азбуки более четко и ясно слышен на расстоянии в 1,5-2 раза больше, чем в телефонном режиме. Где еще используется, я не знаю. В армии она, телеграфная азбука, снята с вооружения. В армии она снята с вооружения и не используется, как мне кажется, в быту, когда есть телефонная связь, мобильная связь, спутниковая связь и так далее, и так далее, и так далее. В этом плане она, конечно, не конкурент. И вот сегодня опять-таки были заданы вопросы, ее целесообразность, нужна она, не нужна. Я уже об этом говорил. В школах преподают рисование, преподают пение. Нужное? Ну, наверное, нужно. Но, однако, я что-то не видел новых Репиных, новых великих художников. И уровень рисования можете оценить сами, взять лист бумаги и нарисовать, что у вас получится. Ну а пение, только если в семейном кругу петь, по 99%. Я, например, ставлю вот на один уровень вот с этими дисциплинами, как рисование, как пение, там, как какие-то еще вот, на мой взгляд, не очень актуальные дисциплины, что ли. Поскольку, на мой взгляд, от телеграфной азбуки может быть больше пользы, чем от попытки научить человека рисовать. Конечно, давать возможность, шанс ребенку испытать себя в рисовании или в пении, вот, конечно, нужно. Ребенку нужно давать максимум возможностей для развитие личности. Так, сейчас немножко по карте. Это с левой стороны город Копейск.
примерно в 2 километрах от трассы в левой стороне. Практическое применение трудно сказать, не знаю. Но вот как вид спорта, я считаю, телеграфная азбука должна развиваться. Тем более, что учесть, на каких скоростях сейчас работают телеграфисты, это для меня, например, уму непостижимо. В мою бытность, когда я был вот радистом, максимальная скорость, которая передавалась, это 40 групп в минуту. Это примерно 40 на 5, это 210 знаков, где-то в таком объеме. Сейчас уже 330 знаков в минуту. Ну вот, сравните. Но даже не в этом, скажем, дело. Нужно бережно относиться к телеграфной азбуке. А вот еще почему, на мой взгляд, очень важный момент. Очень интересный сегмент или не сегмент, направление что можно ждать от телеграфной азбуки. Вы прекрасно знаете, что телеграфная азбука точки-тире, она повторяет язык машинных кодов 0, единичка. Если немножко поразмыслить, то я думаю, что найдутся светлые головы, которые смогут создать язык программирования низкого уровня для создания программ, для создания IT-программ, для работы цифровых технологий. Язык высокого уровня, но он чем-то... Его можно сравнить с языком программирования в Excel, с использованием гиперссылок. Это такой грубый пример. Языки низкого программирования, но базовые, это, сейчас даже не могу вспомнить, Basic, по-моему. Ну, что-то вот из этого сегмента программирования. Это вот базовые такие. И я полагаю, считаю, что, используя технологии телеграфии, есть реальная возможность создать принципиально новый язык программирования, используя, говорю, технологии телеграфной азбуки. Думаю, он будет более прост, более легко усваиваем, им легче будет овладеть, короче. И вмешиваться в программы на уровне машинного языка, думаю, это более эффективно, более действенно. Или, ну, в общем, моя позиция такая, что, освоив технологию телеграфной азбуки, можно в светлой голове разработать язык низкого уровня программирования. Сейчас прослушал свой предыдущий комментарий, какой-то корявый, позволит гораздо быстрее. Ну, и более совершенно получился развивать IT-технологии более внятно, что ли, и плавно это все объяснить. Значит, программы пишутся в 16-речной системе.
которая затем переводится в двоичную систему, в так называемый язык машинных кодов. Потому что другого понятия, другого языка машина не понимает. Она не понимает ни буквы, ни цифры. Она понимает напряжение 0,3 вольта и 4,5, по-моему, вольта. Это, соответственно, точка и тире. То есть единичка, 0 и 1. Не дает ничего прям сказать. Соответственно, 0,3 вольта, единичка, 4,5, по-моему, вольта. Это напряжение, это никакие там цифры, это просто условное понятие. То же самое можно привязать и к точкам, и к тире. И уже писать программы, минуя посредник, минуя преобразователи, вот эти все, из 16-ричного в двоичный код, писать программы на языке телеграфии. Ну, вот как смог, как это сделать? Я не как знаю. Как смог, так. Но считаю, что есть реальная возможность, то есть сдавать копию телеграфию, опыт, какие-то знания, это все сделать. Я считаю, преждевременно и необоснованно. Да, я ратую за развитие телеграфной азбуки. В этом нет проблем. Но вот еще такой момент, скажем, на мой взгляд, интересный. Передавать сигнал в телефонном режиме — это потерять примерно в два раза, уменьшить в два раза расстояние. Но сейчас уже есть дешифраторы, которые... которые преобразуют человеческую речь в знаки телеграфии. И у оператора, который принимает сигнал, тоже стоит дешифратор, который переводит телеграфию, буквы телеграфии в нормальное написание, в нормальный текст или в нормальную озвучку. Это уже такое есть. Вы можете в этом убедиться, зайдя на сайт. Сейчас продолжу. В этом можно убедиться, что есть такие приборы, просто на сайте Alibaba. Я когда посмотрел, я просто был очень сильно удивлен и обалдел. Да и потом современные программы по изучению телеграфной азбуки позволяют это делать. Просто берешь в микрофон, диктуешь какое-то слово, какое-то предложение, и машина сразу преобразует человеческую речь в знаки телеграфии, ну, в точке и в тире. Так. Как бы подводя черту ответов, подводя черту под ответами на вопрос телеграфии, резюмируя, хочу сказать, что она незаслуженно отодвинута в тень, что у нее очень большая перспектива, что придет время, когда телеграфия опять займет достойное место и будет востребована. И будет востребована.
Кстати, вот опять-таки, может быть, уже ведутся работы, есть разработки при передаче информации на дальние расстояния для увеличения этого, для увеличения передачи для увеличения расстояния, на которое передается информация в телефонном режиме, вот использовать шифраторы и дешифраторы телеграфной азбуки. Я сам это видел своими глазами, работают они великолепно. Так, если чем-то мой ответ не понравился, ну, конкретно задавайте вопросы, постараюсь ответить. Так, заканчивается 10-я серия. С левой стороны Катай озеро, справа Саламатка, с правой стороны поворот на Канашево, населенный пункт Канашево. Еще немного и остановимся на привал, на ночевку. Так, что-то я читал, были другие какие-то комментарии, не могу найти, где они. У меня такое ощущение, что я дважды ответил на некоторые вопросы. С правой стороны вдоль трассы идет железная дорога. Я смотрю по карте, достаточно много станций, где останавливается поезд, ну, электричка, может быть, пригородная, близкие расстояния. Так. Напоминаю, не пропустите следующую серию. По-моему, это будет 11-я серия. Там будет и замедленная съемка. И замедленная съемка, и фотографии того, что произошло на трассе. Так, ну осталось примерно видео на пару минут. И на этом эта серия закончится. Вот такое движение в темное, в ночное время, когда ничего вокруг не видно, хоть глаз выколи. Вести съемку, ну, дело неблагодарное. Следующая поездка Москва-Кемерово на этом участке проходила уже в светлое время. Так что, кому интересно будет посмотреть этот участок, вот от Челябинска до Кургана, вот там будет другой световой диапазон. Больше в паре, в команде я ни с кем не поеду, потому что основная цель у меня не только целости и сохранности доставить автомобиль, но и сделать качественную, хорошую съемку. Ну вот, остановились на привал, на ночевку. Это прямо на границе Курганской и Челябинской областей. Тут достаточно и слева, и справа стоянок, и мотелей.